Здравствуй, дорогой зритель! Ты на канале Прасковья Оливкова. И сегодня я тебе покажу видео, отснятое пару месяцев назад, в один из солнечных зимних дней. Если тебе понравится видео, то можешь подписаться на мой канал. А если не понравится, то не подписывайся. Я не хочу загрязнять твою ленту. Итак, мы находимся в бывшей московской, вернее, подмосковной деревне Куркино, а ныне в московском замкадном районе Куркино. Горнолыжный спуск. Здесь находится секция для детей, начиная с 5 лет, если я не ошибаюсь, если я получила верную информацию. С 5 до 7 лет они, по-моему, занимаются в секции, а потом наиболее перспективный остается в школе Олимпийского резерва. Как видите, здесь созданы все условия для того, чтобы юные дарования дальше покоряли олимпийские высоты и так далее и тому подобное. Не правда ли замечательный пейзаж? Перед нами простирается деревня Гаврилково и необъятные подмосковные просторы. А там внизу находится парк долины реки Сходня. Один из самых замечательных московских парков с нетронутой природой. Ну, а этот ролик был отснят уже мягким зимним вечером. Уже приблизительно 2 месяца назад. Парень классный, сейчас поедет вообще суперски. Во, классно. Мягкий вечерний свет и мягкий зимний вечер. Итак, дорогие друзья, с вами была Прасковья. Спасибо, что были со мной. Увидимся с вами в следующем видео. Хочу предупредить, что видео я снимаю совершенно на разнообразные темы. О том, что придет в голову. Так что уж не обессудьте, если что. Четко.